Як заохотити дитину дошкільного та шкільного віку до навчання, як знайти до неї підхід, знає наша наступна гостя. Це Анна Суботня, вихователька одного з дитячих розвиваючих центрів. Анна, доброго ранку Доброго вам. ранку, доброго утра. Розкажіть, із яким віком дітей ви працюєте, і з яким віком вам подобається працювати найбільше? Ой, с каким возрастом я работаю? Это, наверное, дети от 5, ну и до 18 лет, как у нас предположительно детство заканчивается. С детьми мне нравится работать, в общем, любого возраста, но более комфортнее я себя чувствую где-то с детками от 9 до 12 лет. Это мой любимый возраст, когда они все такие энергичные, все такие яркие, когда у них светятся глаза, когда они вот прям хотят что-то делать и впитывать в себя новую информацию. Як заохочуєте дітей до навчання? Часто дітки, ну, у школі вже, знаєте, наситились знаннями і не хочуть уже нічого робити. Як ви заохочуєте ще щось робити на заняттях? Да, я считаю, что это сугубо вопрос какого-то контента образовательного, который мы подготавливаем перед тем, как детки приходят к нам. В общем, что, как я стараюсь детей привлечь к обучению, это все через игры. В большем своем количестве мы используем различные игры, начиная от каких-то игр с мячом, заканчивая какими-то брейн-батлами, брейн-рингами, когда они знают, когда они сознательно готовятся к этому, они хотят победить. То есть это их сподвигает и мотивирует что-то новенькое изучать. Які особливості роботи із дітьми дошкільного віку? Вони ж такі маленькі, можливо, непосидючі, там не хочуть вчитися, не хочуть сидіти і, ну, сидіти на таких традиційних уроках. Які особливості роботи з цими дітками? Да, детки этого возраста, они очень быстро отвлекаются, их внимание можно задержать буквально на 20 минут, и то это, ого-го, Дуже гарно. какое время, когда тебя слушают, сидят, все так хорошо. Тоже детей этого возраста нужно привлекать играми, никогда не нужно исключать игрушки, это я сейчас не о гаджетах, а именно о тех, что им нравятся, развивающие игры. Их это очень вдохновляет. Ну и занятия, в принципе, в среднем длятся до получаса, 40 минут, это как в школе у нас принято. Ну, до получаса с такими детками можно сидеть и заниматься. А які перешкоди, з якими проблемами ви стикаєтеся на заняттях? Що може бути не так? Ну, во-первых, дети, они не каждый, вот, каждый из них разный, и кому-то может стать неинтересно. И как человек, который работает с детьми, у меня всегда есть в запасе каких-то пару таких козырей, каких-то запасных игр, каких-то занятий, чем я могу увлечь ребенка какого-то, допустим, определенного. Мы работаем не один человек, а 2-3 обязательно с детками. Одразу, Да, одночасно. сразу. Вот группа деток, допустим, 10 человек, и с ними работают 2-3 человека, которые с ними занимаются. И то есть, допустим, один занимается с тем ребенком, которому стало вдруг неинтересно, а 2 уделяют внимание уже общему Ну, а коллективу. програма цього заняття, вона однакова для усіх, чи для кожного підбирається щось різне? Ну, естественно, учитываются особенности деток. Мы работаем, ну, лично я работаю с детьми, я как и волонтер, и как преподаватель. Я работаю с разными детьми, с малообеспеченными, и с детками с особыми потребностями, поэтому подбирается сугубо по каждому. Індивідуальна Да. така програма. Трохи ми затронули тему гаджетів. Як ви сьогодні діти, ну, не уявляють своє життя без гаджетів, і як це можна без телефону, без планшету жити взагалі і навіть навчатися, особливо коли це не у школі. Як ви обходите це питання? Чи використовуєте гаджети, наприклад, у своїх заняттях? Ну, стараемся детей не обделять, у нас нет ничего такого запретного. То есть, если телефон нужен ребенку, то мы стараемся как-то
подстроить занятия по то, чтобы они использовали как-то эти гаджеты, найти, допустим, какую-то информацию или что-то еще. Те же самые интерактивные доски, которые мы используем, телевизоры, экраны, когда мы представляем деткам какой-то материал, это может быть какое-то обучающее, познавательное видео, которое мы даем. То есть техника в любом случае, гаджеты используются на занятиях, и в этом плохого я ничего не вижу. То есть у нас все дозировано, в меру, но они используются. Ну, і ще є така проблема у декількох батьків, що коли дитина відмовляється працювати у колективі, у команді з іншими дітками, що порадити у цій ситуації, як дитину соціалізувати? В принципі, є, понятне діло, що завжди є робота з психологом. Тобто, якщо це якась ситуація така, що батьки бачать, що вони не можуть з нею справитися, я советую обратиться к психологу обязательно. И это могут быть какие-то занятия под присмотром того же психолога со специально проработанной программой и постепенно вводить ребенка в коллектив. То есть инклюзия, это все присутствует. Честно, у меня очень мало было таких детей, которые не вливались в коллектив. Мне кажется, это все зависит от того, какую атмосферу создает преподаватель на занятии. І яка атмосфера є у родині. Тобто з цього все розпочинається, а потім вже дитинка йде до таких інших гуртів. Ще є така проблема у батьків, не знають, як долучити дитинку до навчання, якщо їй не хочеться навчатися, якщо їй не подобається навчання, чи вона ще занадто маленька для школи, наприклад, вона не звикла до такого. Як ви долучаєте дітей до навчання, до процесу? Які поради дасте? Опять же, игры. Это не какие-то банальные игры, в которые мы играем с детского возраста, с такого вот 2 годика, 3. Это все постепенно, так же, как и изучение азбуки, так же, как и изучение таблицы умножения. Это все через игры, не нужно ребенка заставлять что-то через силу. Тогда он себя чувствует присутствующим на уроке, а у детей вот этот дух протеста, он всегда присутствует, поэтому... Когда ты садишь ребенка, вот, давай учи, это очень редко когда срабатывает. То есть нужно создавать такую игривую атмосферу, особенно для деток от 4 до 6 лет. Им это нужно. Они еще так особо не отвыкли от вот этого вот детский садик. Если не ходит в детский садик, то время с родителями проведенное. Им нужно вот так вот постепенно. Не відвикати, а приспосабливати їх уже к новому матеріалу. А які ігри ви застосовуєте на своїх заняттях з такого віку? З дітками такого возраста є Реджіо підхід, така методика, которая базується на тому, що діти учаться на своїх відчуттях, на своїх емоціях. То есть то, что им интересно. Мы сначала смотрим на ребенка, что его больше интересует, допустим, либо естественные науки, либо точные науки, допустим. Вот ему нравится считать, мы ему даем считать. Специальные есть карточки, которые мы ему предоставляем, они там учатся, лабиринты рисуют, то есть по циферкам они рисуют какие-то картинки. Им очень это нравится, их это... веселит, они сидят все такие веселые, все такие глазки горящие. То есть собираем мы гербарии, это тоже для них очень классно, очень интересно. Развиваем мелкую моторику, та же лепка из глины, из пластилина. Это все им нравится, это можно использовать. Ось ви говорили про дітей до 18 років. Давайте трошки поговоримо з приводу них. Як відбуваються заняття у шкільного віку, у старший шкільний вік? Чи вони схожі на традиційні уроки, чи ні? Як залучаєте цих дітей до навчання? Бо вони ж все-таки норовливі, це підлітки. І, можливо, не хочуть навчатися. Як у цьому випадку ви дієте? Да. Заняття, можна сказати, вони похожі на уроки, але, опять же, вопрос оценок відсутствує на наших заняттях. Дітям такого возраста їм більше подобається, я проводила заняття такі лекціонні, їм більше подобається вчитися на чьому-то опиті. Вот ты им рассказываешь, допустим, свою историю, как ты пришел, я им рассказывала про волонтерство, про то, как мне, допустим, нравилась математика в свое время. Они это все впитывают, то есть им нужен пример.
детям такого возраста. То есть им нужны такие вот лекционные мотивирующие занятия. Есть такие вот лидерские программы, которые вырабатывают в подростке вот это вот дух лидерства, что он должен быть лучше. И тогда он старается быть лучше себя, с каждым днем лучшей версией себя. Дуже така цікава інформація. Анно, дуже дякую вам сьогодні за приємну розмову цього ранку. Якщо ви є батьками школярів, дошкільнят, так, або вже таких підлітків, знаєте, і не знаєте, що робити, як долучити до навчання. Ось поради Анни стануть вам у нагоді, і ну, прислухайтесь, якось змінюйте, пробуйте. І все, все вийде, все зміниться на краще, або долучайтеся до позашкільних занять, там, де з вашою дитинкою будуть навчатися, ну, будуть навчати її професіонали. Так, у нас в гостях була Аня Суботня, це вихователька одного з дитячих розважаючих центрів.